Привет, друзья, уважаемые подписчики и гости моего канала, с вами Даев, и вот подъехала еще одна небольшая сборка интересных модов, но она вся на Dev Branch, то есть на уровень о разработки. Это тоже нам дарит Dev Branch. Ладненько. Один из самых интересных модов, который я хотел бы вам подсказать, это Name... Сейчас, секунду. Block Name Helper. Что такое Block Name Helper? Мы берем в руку горелку, к примеру. Подбегаем к какому-нибудь блоку, который нас интересует. Зажимаем Alt, и он нам показывает его настоящее название. То есть, как вы видите, Atmospheric Thruster 19. Понимаю, когда этих атмосферик трастеров 70, и не поймешь, какой из них включить, какой выключить. По-моему, это должно быть в игре и уже 100 лет назад. Видите, батарея 2. И так вот, в принципе, к любому. Вот. Конвейер он и в Африке. Конвейер, понятно, все с ним. Притом, поддерживается так же, как и из модов. RC Trust, как видите, названо. И как с воротами в нашем... летсплее, точнее, коопе с Луром, когда Лур не знал, какой из воротин закрыть, подлетаешь к ней и нажимаешь, и сразу видишь, что это ангар-дор. Ну-ка, не лагай. Лучше, конечно, вид от третьего лица использовать, и не всегда оно адекватно показывает, но показывает. То есть сам худ, он где-то в другом месте. Сейчас покажем. Только что же было. Можете поставить на паузу. Блин. Ну, суть понятна. Тут еще модные... О, блин. Ангар Дор 20, во. Увидели. То есть, очень удобно, на мой взгляд, вот какой вот этот прожектор. А так фиг его знает, какой выключить и какой включить. То есть, прожектор 11, все, пожалуйста, включайте, выключайте. Просто с зажатием клавиши Alt. Имейте в виду, это 145-я версия, то есть от разработчика. Следующий мод, который я хотел бы вам предоставить к вашему вниманию... Это мод Wall Mount Battery Single Power Cell. То есть по-русски одиночный аккумулятор. Находится он в самом начале. Вот так. Wall Mounted Battery. Требует всего лишь один аккумулятор, один компьютер, два строительных компонента, три строительных пластин. То есть для чего он нужен? Ну вот представьте себе. Зелененький он был. Вы сделали какой-нибудь там сундук со сказками и коннектор. Но у вас без питания оно, само собой, работать не будет. Сейчас мы найдем батарейки. Где здесь? Вот, я выключаю батарею. То есть, теоретически, у меня вот этой вот здоровой батареи, которая на себя требует, то его кучу ресурсов, а если быть точнее, 20 аккумуляторов и тому подобных гадостей, мы можем прилепить вот такую вот маленькую, симпотненькую, совершенно ничему не мешающую, одну батарейку. Бум. На запитывание кабины, на запитывание коннекторов вполне достаточно. То есть, на мой взгляд, тоже идеальная вещь. Не считаю ее читерной, так как у нее, кстати, есть панель доступа, что прекрасно. Всего лишь 25 кВт она может. Максимальный заряд, то есть 100 батарей. Выдаст 1 мегаватт энергии. То есть, представляете себе, да? И выход 10 кВт. На то, чтобы запитать ту же кабину в строящемся корабле. Также она может располагаться и на базе, если мне память не изменяет. Сейчас не выбрал. Да, также она может располагаться на базе. Ну-ка. И требует, по-моему, то же самое. Ну-ка. Чпонька. Мне что нравится, что у нее панель доступа есть. Пусть, правда, без кнопочек. Кнопочек не дозавезли. Но это не факт, как говорится. То есть то же самое у нее, то же самое по всем характеристикам. Совершенно не читерная для сурвейвала, вполне адекватная вещь. Ну что же, поехали дальше. Дальше я хотел бы вам представить, как вы уже видите, вот эту постройка. Это Argual Industries Armored Pipes. То есть, по сути дела, это конвейер. Large Pipe Hub.
Это труба. Large pipe. Также она, как видите, совмещается с конвейерами вполне адекватно. То есть это конвейер, у которого во все стороны большие выходы. На малых кораблях конвейер также ставится, но имеет с двух сторон по 5 маленьких выходов. Сюда ляпается. Нет. Сюда ляпается. Блин, как теперь неудобно. То есть маленькие трубы можно заделать. А сюда, само собой. Не так? Нет. А сюда на восьмерочку уже мы. Сюда уже большие трубы. То есть вот так вот. По сути делает конвейер. В чем их разница? В их прочности, так как они арморят. Требуют они на себя, как вы видите, 100 стальных пластин. Маленьких стальных, ну сейчас для сравнения я в это посмотрю и в это посмотрю. 100 стальных пластин, 30 стальных компонентов и т.д. и т.п. 6 моторов. И это у нас требует 4 стальных пластины, 40 строительных компонентов, 6 моторов. Но их разница заключается совершенно в другом. О, тихо, спокойствие, только спокойствие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, блин, она же не подключена. Пострелял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, тридцать семь. А тут, извините, сейчас я вам надоем считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, сорок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, пятьдесят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, шестьдесят. Раз, два, три. Короче, вот так. Можем что-нибудь написать даже. Ну ничего, я тут выстрелами рисовать некультурного не буду. То есть, как видите, я всего лишь 28 пластин сбил. По сути дела, метеоры теперь с полупука, пролетая в километре, вот эту вот всю систему разрушать не будут. Она крепче. Ну, приблизительно как... Ну, не знаю, по-моему, даже блок обыкновенной брони, и то будет помягче, чем эта фигня. Если мне память не изменяет, ибо он требует всего лишь 25 стальных пластин. Сейчас еще немножко постреляем. Да хрен узнать, по-моему, так же. То есть, по сути дела, это конвейерная система, которая обшита... Ну да. Которая обшита обыкновенными блоками. В перспективе он хочет сделать адекватный переход между модными трубами и такими трубами. И сделать еще хэви блоки. То есть здесь обычные пластины, а он еще добавит решетки. Но это будет. Обязательно будет. Так, ну и теперь показать, что из чего состоит. То есть основной хаб. Прямая труба, изогнутая труба, Т-образная труба, четырехсторонняя труба, плюс труба, С-труба, то есть в три стороны, раз, два, три, четыре, пять, шесть, ой, я же запутался, сколько, четыре, в пять сторон, и все. А во все стороны, а, вот, вот во все стороны, да? Нет. Где-то было во все стороны. Вот это вот я поставил, разве не во все? Нет, не во все, к сожалению. То есть одна все-таки с заглушкой сторона. Вот такой вот модик. На мой взгляд, вот когда вот в космосе выживаете от всяких злобных метеоров, которые вот такие трубы выносят мгновенно. Ну, такой такую трубу тоже, наверное, попадет с одной полупука и вынесет ее. Но... Тем не менее, не такие огромные будут последствия. И на кораблях, конечно, оно будет намного крепче держаться. То есть вот эти вот тоненькие конвейеры, какие вы протягиваете, или толстые конвейеры, тоже все удачно и хорошо. На мой взгляд, очень интересные моды.
Чё ты ставиться не хочешь? Нет? Не хочешь? Стесняешься? О, поставился. То есть тут то же самое, все то же самое, только вид сбоку. Отдай. Все те же самые. Только у конвейера еще 3, 5, 10. 10 маленьких пипок. Ну, как видите, что на него требуется, вы видите. Ну и что? Давайте еще что-нибудь рассмотрим. Ну и последнее это я для себя уже установил. Может быть, сделаю на него обзор. Это S Atma Modular. Эти, как его, трастеры. Они, конечно, симпатичные, но так как я здесь на своей базе и с того времени, как я выживал, может, вы уже ранее видели данные трастеры. Они очень симпатичные, очень маленькие, очень хорошенькие. Вот такие вот дырочки, и они излучают все вот это вот радости. Вот так вот. Очень много их используют в своих летсплеях народу. Но тут я показать не могу, они детали ускорителя требуют. А у меня их просто физически здесь нет. А осмотр модов я провожу все-таки в не в креативе, а в survival, ибо креатив просто не люблю. Но вот этот вот мод, конечно, с подсказками прям идеален. Особенно он выгоден, когда там где-нибудь у меня есть тут ведро выбросных этих. О. Какой-нибудь из них... Ну-ка, спрячь. Ку-ку. Какой-нибудь из них вот у меня не то выбрасывает. Вот извлекатель 25. Извлекатель 17. Почему этого до сих пор не сделали, то есть не понимаю. Но опять же заостряю ваше внимание, что это все версии для разработчиков. То есть Dev Branch. Это нестабильное. Установить это в Steam правой кнопкой мыши по клиенту, выбрать его свойства, перейти во вкладку бета-версии и выбрать Dev Branch. И тогда каждую неделю вы будете получать патчи, но они будут без рабочей на нитне, опять же, и без остальных рабочих вещей. Ну и последний мод, даже не мод, а Skybox. Skybox Milky Way, 4000 разрешения. Сейчас мы по-быстренькому туда слетаем. Я тут немножко трастеров доварил. Посмотрим, как у нас Milky Way выглядит. Извините, что вчера не было никаких видео. С Луром как-то не состыковались. Да и у меня были дела на целый день. Так что даже ничего выпустить не смог. Нечего. Покончалось все. Но сегодня, сейчас я, если быть точнее, я сейчас нахожусь на DevBranch. То есть пойду записывать летсплей. Он выйдет чуть позже. Может быть, вечером с Луром запишем уже улет куда-нибудь в интересные места. Также не забываю про арк в арке. Будут небольшие изменения у меня. Ну и сами знаете, кому что интересно, тот сам все увидит. Вот мы летим, 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 летим. Уже, к сожалению, атмосферники не хотят работать, но так как у меня стоит мод на скорости, мы все-таки взлетим получше. И, по-моему, у меня этот скайбокс нифига не включился. Да, он не включился, надо было убрать тот скайбокс, они в конфликт вошли друг с другом. Ну и фиг с ним, как говорится. Зато сообщил вам, что у меня, где и куда будет выходить. Ну что ж, дорогие мои зрители, уважаемые подписчики, гости моего канала, кто не подписан, подписывайтесь. Буду обозревать еще моды и буду находить самые интересные. Вот с аккумулятором, конечно, мод это прям вот волшебный. То есть за одну батарейку... Ой, как я, наверное, сейчас стукнусь сильно больно. За одну батарейку запитать этот гадский коннектор, который не хочет коннектиться, и подсказки, это, конечно, все прям идеально. А что у меня этот не работает? А, таймер сдох, да? Ты мир. Ой, 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 разобьюсь. Тормози, лапти. О, заработал. Горизонт мой, который вы можете видеть в прошлом обзоре. Кто еще не видел, есть специальный плейлист, где я просматриваю моды и обзоры. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, оценивайтесь. Я, как всегда, в своем репертуаре. Всем приятной игры, всем до новых встреч. Успею? Нет, не успею. Всем пока-пока. Хороший был кораблик.
Том, любимый дом. Привет кактусам. Пока-пока.